Всем привет, с вами я, Степан, и я извиняюсь, то, что у меня так долго не было видео. Просто я не знал, что мне снимать и про что мне снимать. У меня не было идей про ролик, для роликов. И сегодня, 14 января, я себе купил вот пушки и решил снять на них обзоры. Такие вот пушки от одной и той же фирмы. Я не знаю, как правильно читается. Джингли, что ли. Вот. Сами видите. Но перед тем, как делать на них обзор, я должен вам повторить правила. Не стреляйте по животным. Одевайте очки. Вот когда будете из них стрелять, стреляйте. Можно только по мишеням. Вот. И когда закончите стрельбу, убедитесь, то, что в магазине нет патронов. Ну ладно, давайте начнем. Первый пистолет будет у нас вот такой вот. Я не знаю, на какой это пистолет пародия. Ну тут некоторые пистолеты делают как настоящие, а некоторых что-то там модифицируют. Так, вот открываем. Пулек тут нету, я просто стрелял из него. Ну, когда я покупаю товар в магазине, я его проверяю, не клинит ли он. И тут нет патронов. Так вот. В коробке у нас вот, значит, сам пистолет. Вот фонарик. Вот он. Ультрафиолетовый, наверное. И глушитель. Нас тут не обманули на коробке. Ну, только глушители, если вот видите. Вот как он на коробке и как он в реальности. Такой вот пистолетик. Прикольный. Глушитель тут одевается очень просто. Берем вот так его. Соединяем и начинаем вкручивать. Главное, чтобы он был ровный, а не кривой. Не уходил в стороны. А то так можно и резьбу сломать. Вот такой пестик. Чтобы достать магазин, надо нажать на вот эту кнопку. Вот. Магазин. Просто я его уже зарядил. Вот тут есть надписи. Вот тут. Тут. Тут название фирмы. Тут это самая версия пистолета. Версия пистолета называется P2118B. Вот. Такой пистолет. Тут еще что-то написано. Тут написано R Shotgun. Вот. Если кто не знает, как заряжать пистолеты, сейчас покажу. Рассыпал патроны нечаянно. Вот если так берете и надавливаете, то можно, как я, и рассыпать. Вот смотрите, у вас есть патроны, вы просто берете их вот так вот и начинаете запихивать их туда. Так, вот. Все, пистолет заряжен. Чтобы сделать выстрел, надо отвести затвор, но я лучше не буду сейчас пулями стрелять, а то вот у меня впереди экран еще вдруг разобью. Так, отводите затвор и стреляете. Тут есть лазерный прицел, ну, фонарик, точнее. Вот. Можно с ним стрелять. Изначально он был косой, потому что тут линза. И она косая была. Я ее подправила немного прямо. Вот. Такой пистолетик. В общем, в принципе, стоимость данного пистолета 340 рублей. Но я думаю, для своих денег, в принципе, нормально. Вот. Следующий пистолет у нас такой. Я знаю, какой у него боевой прототип. Это Hückler Koch UCP. Когда-то у меня уже был обзор на такой пистолет. Он был старый, хоть такой же версии.
Но у нее не было всяких дополнений. Вот тут есть всякие дополнения. Например, вот прицел, вот еще эта штука, как у терминатора. И еще что-то. Вот. Тут инструкция, как использовать. Инструкция по использованию игрушка оружия, а не русский вообще. Со снарядами. Внимание, использовать только вот не непосредственным наблюдением взрослых. Ладно. Так, вот в комплекте у нас сам пистолет. Пульки от него у меня сохранились. Вот, вот такой вот пистолет. Можно сделать так. Нет, я его не сломал. Просто можно его из этой достать. В принципе, его можно, блин, эту штуку как кобуру использовать. Тут эта штука, ее можно открыть. И тут у нас прицел. Вот. Вот. Ну, пистолет такой у нее тоже. Чтобы достать магазин, надо нажать на эту кнопку. Тут нет никаких лазерных прицелов. Вот можно эти откинуть. Вот. Сюда, если есть подходящий глушитель, можно его нацепить. Также есть планка Пикатинни. В принципе, я на нее могу рукоятку нацепить. И вот еще одна планка Пикатинни просто для пистолета. У меня, кстати, есть еще такой же магазин. Прикиньте. Вот. Еще у меня есть рукоятка. Сейчас я ее отведу и можно одеть. Во! Это не из этого комплекта. Это рукоятка от какого-то другого похожего пистолета. Вот. Вот так вот. Как это все выглядит. И смотрите, ребят. Глушитель от предыдущего пистолета очень хорошо подходит данному пистолету. Давайте. Я думаю, лучше вторую часть сделаю. Потому что YouTube вряд ли одобрит видео больше 15 минут. Надо будет кинуть лицензии, так что я на всякий случай сделаю две части видео, а потом посмотрю. Так, вот, смотрите. Я буду стрелять из этого пистолета в этой штуке и буду стрелять из него обычного с глушителем. Вот, смотрите. Вот. У меня есть такая штучка. Так, чтобы выстрелить, надо отвести затвор. Вот, видите, это тоже сводится и... Вот, смотрите. Смотрите. И стреляем. Ну ладно. Тогда, в принципе, давайте я сейчас видео это заканчиваю и начинаю его с этого самого стира. И тогда мы посмотрим, как он стреляет. Как эти пистолеты стреляют. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот, без глушителя, вот так он выглядит. Тут еще есть надпись ESP. Тут написано компакт. А тут написано его маркировка. ESP 3866-83. Вот так он выглядит без всяких глушителей. Вот, чисто пистолет. Ну ладно, давайте я подключусь, когда мы будем в тире.